15 октября граждане России отмечают Международный день Белой Трости, который возник по инициативе Международной Федерации Слепых в 1969 году. Этот праздник создан для привлечения внимания общественности, правительства, органов социальной защиты к необходимости решения проблем незрячих людей и на улучшение их реальной жизни. Так, Каспийская местная организация Всероссийского общества слепых ежегодно проводит мероприятия в честь данного праздника. Отметим, что они проходят для незрячих в течение всего месяца. Секретарь ВОЗ города Каспийска Султанат Будаева подробно рассказал нашей съемочной группе о деятельности организации. Общество наше занимается реабилитационной работой для инвалидов по зрению, культурно-массовая работа средствами спорта, средствами там, реабилитация проводится средствами, мы проводим беседы, к нам приходят работники культуры, библиотека. Дети приходят, какие-то проводят беседы, какие-то мероприятия. Кроме того, организация помогает незрячим в решении их моральных, физических и бытовых проблем. Они организовывают различные интерактивные игры, кружки, беседы и литературные часы, где горожане могут насладиться приятной компанией за чашечкой горячего чая. Стоит подчеркнуть, что представители общества уже не первый год успешно демонстрируют свои умения и приносят немало достижений в разных сферах. Несмотря на то, что они инвалиды, очень много есть спортсменов, которые даже в олимпийском виде спорта, они занимаются дзюдо, паралимпийские чемпионы есть. У нас очень много певцов, выступают на художественных фестивалях. У нас очень много интеллектуалов, на всероссийские конкурсы ездим, что, где, когда. Ну, а в основном достижения у нас в шахматах, шашках, потому что это один из доступных видов спорта. Так, недавно представители организации «Общество слепых» заняли второе место на чемпионате Дагестана по шахматным играм. Такой результат им удалось достичь благодаря еженедельным тренировкам в штабе, которые они организовывают по четвергам. Председатель ВОЗ Курбан Саламов также рассказал о том, что участникам организации ничто не мешает вести активный образ жизни. Они, несмотря на свой диагноз, стараются путешествовать и не вести сидячий образ жизни. Мы выезжаем, летний период времени выезжаем, база отдыха, в сторону Зеленоморска выезжаем, чтобы Дербент ездили тоже, да, база, это самый крепость смотреть, Дербентский. На данный момент представители Всероссийского общества слепых города Каспийска планируют организовать ряд мероприятий, приуроченных ко Дню Белой Трости.